В области совершено свыше 20 тысяч преступлений, и по статистике преступность падает. Меньше стало грабежей, убийств, но вместе с тем возникают новые угрозы, связанные с использованием информационных технологий. Стали больше похищать денег с банковских карт. Жертвами мошенников в основном становятся пожилые люди. Эта тема сегодня наиболее остро подвергается критике в наш адрес со стороны общественности. Количество жалоб по этой теме, которые приходят к губернатору, в приемную президента Российской Федерации Оренбургской области, увеличивается. И мы обязаны с вами найти механизм решения этой проблемы. Немало нарушений в миграционной сфере. По-прежнему и случаи нелегального пересечения границы, а также регистрации иностранцев. Так, в Богоруслане жителю удалось в комнатушке 12 квадратных метров прописать более 400 граждан. Непростая ситуация сложилась и с выплатами заработной платы. На текущий момент долг зафиксирован в 6 организациях области. Уголовным делом закончились прокурорские проверки и на заводе «Гидропресс». Организацию обвиняют в частичной невыплате зарплаты работникам. Сумма задолженности более 3 миллионов рублей. И это не считая 18 миллионов, которое не выплатило предприятие в налоговый и пенсионный фонд. И хотя общая ситуация по долгам зарплаты исправляется, она снижается, претензии к работе еще остаются. Предупреждаю всех, ваши парадные отчеты будут перепроверяться аппаратом. И прокуроров Новотроицкого, Медногорского и промышленного района Оренбурга предупреждаю, что при повторении фактов искажения действительности о проблемах с оплатой труда в ваших докладах будут рассматриваться вопросы о вашей более строгой ответственности. В искажении фактов уличили не только работников надзорных ведомств. Как оказалось, порой неверно рапортуют и в других силовых органах. За прошлый год по итогам проверки прокуратуры было выявлено свыше 12 тысяч нарушений при формировании статистики. К дисциплинированной ответственности привлекли более 500 сотрудников, из которых 30 занимают руководящие должности. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.